За 40 дней мы не знаем имен исполнителей и, самое главное, не знаем имен заказчиков. Я лично убежден в том, что президент Путин знает всю картину преступления, что он знает и тех, кто стрелял, и тех, кто подвозил, и тех, кто подслушивал, и тех, кто вел, и, самое главное, тех, кто отдал приказ и заплатил деньги за это убийство. Поэтому у нас складывается впечатление, что следствие намеренно затягивается, что идет попытка отделить исполнителей от заказчиков, идет попытка объявить исполнителей заказчиками и возложить на них всю ответственность.